Всем доброго времени суток. Очередная приблуда, с которой я хочу вас познакомить. Это вот эта вещь. Назначение. Диагностика компьютерных блоков питания, форм-факта ATX на короткое замыкание во входных или высоковольтных цепях. Действует следующим образом. Подключаете к сети и к блоку питания. И если же лампочка вспыхнула после включения и погасла, значит короткого замыкания нет. Вот схема этого устройства. Очень простая. Вход, предохранитель. Хватает и 2 ампер. Первый выключатель. Вот он, сетевой. Лампочка. Байпасная линия, выход. Ну и, конечно же, нейтраль. Сейчас покажу, как оно работает. Ну вот я взял модуль питания, который я уже наладил. Он бюджетного класса. Пришлось с ним немножко повозиться. Но сейчас он нагрузку держит и все в порядке. Но главное, сейчас я вам покажу, как работает вот это устройство. Сначала подаем питание на самом модуле. Так, а сейчас включаем мою приблуду. Итак, лампочка вспыхнула и погасла. Значит, короткого замыкания нет. Модуль питания можно запускать в эксплуатацию. Лампочку можно отключить, воспользовавшись байпасной линией. Итак, вентилятор заработал. Модуль питания работает. В следующем видео я вам расскажу про эту приблуду. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал. Всем творческих успехов. Всем всего доброго.